Человек возвращается из командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню, видит совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. Жена ему говорит: «Коля, ты так вообще без друзей останешься». Говорят, Москва расширяется. Нас хотят к Москве присоединить, москвичами сделать. А я не хочу там жить, мне и в деревне хорошо. У нас строго. Это в Москве распущено все. Путаны там эти женщины за деньги. У нас их вообще нет. Денег. В Москве бардак, припарковаться негде, столько машин. Только припаркуют, городские кричат: «Пошел вон, лох деревенский!» Как они узнают, что я из деревни? В общем, сколько не ездил, так и не смог припарковаться на своем комбайне. В лесу у нас тоже порядок. У нас там воинская часть стоит. Солдаты годами женщин не видят. Бегают по лесу злые, все вооружены до зубов. Мы туда не ходим. Один мужик у нас зашел, за грибом нагнулся, ранили его. Грибы ненавидит с тех пор. И в лесу не нагибается. В Москве скучно, а у нас рыбалка всегда с рыбой, да? Главное правильно ловить. А то Серега Поляков шнур поджег, а динамит из трусов вытащить не успел. Это хорошо, он плотник, он там себе что-то выстругал потом. Какую-то буратину. В Москве бардак. В салонах красоты людям морщины разглаживают за деньги. У нас от народной медицины эти морщины почти бесплатно с лица уходят. От ведра пива морда на утро как яйцо гладкое. У Степана он даже сзади морщина ушла. Сам в бане видел. В Москве жены грубые. Мужик приходит после получки на третий день. Она ему: «Где деньги?» «Нет!» И по башке сковородкой. У нас такого нет, чтоб спрашивали. Сразу по башке! Мужики у нас в деревне культурные, воспитанные. Из дома выходит, женщину всегда вперед пропускает, все по этикету, да. Мужик у нас на улицу первым никогда не выйдет. Волков у нас много, а мужиков мало. А гостеприимство у нас какое классное. Оу. Англичанин к нам приезжал, Майкл, поохотится на джипе. Ну, Кузьма Лесник его встретил, отвез себе в лес на заимку. Пусть охотится иностранец, нам не жалко, правильно? Но англичанину, видно, очень понравилось гостеприимство. Он, этот Майкл, третью неделю уже из лесу не выходит. Мы его видели как-то там в лесу. Стоит, голову склонил, птиц слушает, к дереву привязанный. Мы говорим: «Может, развязать тебя?» Он: «Yes, yes!» Мы говорим: «Ну нет, так нет». Пусть отдыхает человек. А Кузьма на его джипе пока с бабами катается. В его одежде. А молоко у нас какое? Это вам не городское, у нас свое парное. Утром кружки две молока выпьешь, и настроение на весь день доброе, праздничное. Не зря коров пастух гоняет на поле конопляное. Он иногда и не хочет туда идти, а они его сами туда тянут. Так что в город не зовите, не поеду. Еще 2 года, 8 месяцев и 5 дней не поеду. Вот отсижу свой срок, за то, что на комбайне по пьяни сельский клуб с землей сравнял. Вот тогда только меня тут и видели. Сразу в город. Что тут делать в этой Пырловке? Там же казенные метрополитены, девушки, так само. Сразу в город не держите, уеду никуда.